Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рейн, продолжаем играть в игру Идол Герои. Так, что у нас там в таверне, давайте глянем, посмотрим. Пропащая Сайла. Ну давай, начнем это задание, фигли. Так, желание владыки. Кстати, тоже неплохое задание, ребята, на 4 звездочки, это отлично, как раз то, что нам нужно. Так, желание света звезд. Воу, 5-звездочное, да, задание? Да, ребята, 5-звездочное, это тоже хорошо. Так, хлопоты охотника тоже давайте сделаем. Оно нам пригодится. Так, а вот хлопоты черного пастыря, я думаю, что можно, в принципе, сразу сделать, да? Бесплатно, к тому же. Да, мы будем это сразу делать, потому что... Хотя, подожди, кто-то мне говорил, что однозвездочные можно как-то... Как-то можно их обновлять. Но почему-то я не вижу, чтобы здесь можно было что-то сделать. Хорошо, ладно, давайте... Да что ты, ядрен батон, а? Выполнить просто-напросто, и все, и нечего тут церемониться. Так, выполнять. И здесь тоже бесплатно. Вот так вот. Ну что, замечательно, здесь вроде бы как все. Так, получаем с вами задание. Так, выполнить... Ну, естественно, ребята, мы сейчас это все сделаем. Ой, как хорошо, ребята, у нас откатилось абсолютно все. И это меня радует. Это меня очень радует. Еще бы меня порадовало, если бы мы с вами получили бы сегодня 84 уровень. Я вообще бы был бы ну, так рад. Так, ну давай посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут? Ничего. Давай сделаем поиск, помощь друга. 117 тысяч душ мы с вами получили. Слушайте, а я могу здесь... Ничегошеньки не могу. Кстати, подождите секунду, ребята. Вот это вот я хотел узнать. Если мы с вами просто будем драться, нам за это что-нибудь дается или нет? Погоди-ка, я не понял. Что это сейчас тут такое? О, смотри. Ядрёна вошь. Ты посмотри, как меня тут расчекрыжили. Расчехлили. Блин, даже барак у него, ё-моё. Так, ну тут понятно, ребята, меня что-то завалили. А кто меня завалил, я так и не понял. Чуви, что ли, меня тут бомбануло? Или мне показалось? Нет, ну Чуви не мог. Или мог? Нет, не мог, ребят. Хотя, почему не мог? Вполне может. Так, давай посмотрим, что здесь у нас, ребята, выйдет. Ого, круто. Так, а у него какого уровня? Сотого уровня бойцы. Странно. Так, ладно, давай смотреть. А что у него сейчас было? Я что-то не понял. Какой у него питомец был? Дракон, что ли, или что-то такое? В общем, Чуви меня разобрал. Да, молодец. Так, ну что ж, давайте, ребята, забирать все здесь одним кликом. Так. Пыль, брюлики, все дела. Так, какой-то... Рэй, я... Так, Артем, я уже сделал это, все нормально. Я тебя прекрасно там видел. Так, и все. Понятно. Таверна, ладно, это все мимо кассы. Круг призова. Давайте, ребята, сделаем с вами по заданию. Вначале героический призов, потом у нас идет базовый призов. Трехзвездочный бешеный зверь. Такого у меня не было, ребята. Так, и теперь будем с вами базовые делать. Смотреть, кто у нас тут. Ну, это какая-то ересь, ребята, выпала, если честно. Это дровосек тоже ересь. Да ладно, что, вы будете сейчас меня кормить этими дровосеками, что ли? Ну, давай. Так, этот демон двухзвездочный нам тоже он нафиг не нужен. Ну, это уже что-то. 4 звезды, это хорошо. Эй, курносый маг однозвездочный, зачем ты мне нужен? Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Нет, ну, по крайней мере, ребята, будет что сейчас просто-напросто расщепить в хлам. Так, давай посмотрим. Хоп. Отлично, расщепляем. Да, маловато, конечно, получили всякого тут. Давай задание заберем. Монетка лотереи, да, нам, кстати, еще лотерейку нужно будет крутануть. Поехали, приступим прямо сейчас. Высшей лотерейки у нас нету, да, по-моему?
Поэтому придется крутить вот это вот. И нам достается, ну, естественно, души. Ребят, что нам может еще выпасть? Конечно же, души. Фейм. Зачем нам тут фейм? Нам он не нужен, блин. И 80 тысяч здоровья. Ой, здоровья. Конечно же, ребята, 80 тысяч денег. Так, изготовить 3 снаряжения. Ну, это проще пареной репы. Сколько тут? Так, тут сапожки одни. Да я понял, понял. Так, давай-ка... А, вот эти вот можем еще сделать. Так, хорошо. И вот эти вот. Все, 3 крафта сделали. Замечательно. Забираем. 49 тысяч. Так, на арене сразиться. Это я больше всего люблю. Сражаться... Нет, не на этой арене, ребят, на другой. Так. Ну что, поехали. Вперед из песни. Ну давай это. 29 тысяч монет. Они мне сейчас в принципе нафиг не нужны, если честно. Но все-таки, как говорится, нехватка денег рано или поздно сказывается. Помните, такие были моменты, когда вроде бы все есть, а денег нету. Так, последний бой. И что мы тут получаем? 2200 душ. Хорошо, все, с этим мы с вами покончили. Так, давай уберем. Получим. Так, награды. Ага, вот, рейды. Давайте рейды еще сделаем с вами. Вызов. В общем, ребята, я понял, что человек без лица — это дно. Поэтому я его, наверное, буду менять. Только для этого мне, естественно, понадобятся пенечки. Или как там величать-то. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Так, следующий. И давай улыбнись. Ну, ладно, хорошо, сгодится. Так, и последний, ребята, на осколке у нас вызов. Давай, побежали. Так, ну ладно, бог с ним. А здесь... Лучшего ничего, как обычно, не дадут. Забираем, выполните, понятно, что все задания... Это у нас забрать 5 наград. Так, мы с вами... Кстати, про вот эту вот фигню мне так никто ничего не написал. Как тут, блин, драться? Черт же ногу сломаешь, что тут надо делать? Ну вот, воевать. Вызов. Вот и все, что мне дают. Почему только листву? Я должен в этом раунде только за листву играть? Непонятно. Так, что у нас здесь? Давайте-ка посмотрим еще разочек. Ивент. Так, 4-звездочное задание. 6-звездочный. Нужно буквально 2 задания еще выполнить. Так, это синтез у нас. Воевать. Нет, всего лишь 1 эмблемочка. Смысла нету, ребят. Даже заморачиваться не буду. Так, осиновое подземелье. А, ну все, начался откат, ребята, 44 часа, так что можно на него забыть на ближайшие 2 суток. Так, дерево провидца, дерево провидца. Ну что же, давайте, наверное, ребята, будем приз... Да ёпрзата, нет, 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 нет. Оу. Слушай, я не знаю, крутой вот этот перец или нет, но мне нужен, ребята, именно огонь. Мне... Так, что-то как-то... Не айсово начинается. Так, вот этот, я не знаю, что за хрюндель. Во, ребята, вот это другой разговор. Норма мне выпала, а это означает что? Что сейчас я ее смогу улучшить. И что тут, призывать 20 раз в дереве провидца. О, ребят, смотрите, 300 пеньков дали, значит я могу. А что я могу? Я могу поменять персонажа. Ребята, у меня их куча этих персонажей. Но я хотел кое-что посмотреть. Сейчас только что мне выпала норма, а это значит, что я ее могу поднять. Ведь так? Интересно, стоит? Я думаю, что стоит. Она все-таки как-никак, но хороша. Пока хороша. Так, 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 так. Где у нас? Ага, круг созидания. И смотрим. Огонь. Погоди. Разве я... Погоди-ка, я что-то не понял. Разве я не могу?
Да ёпрасоте, ребята, нужно 4, 4 нормы, а у меня 3. Да-да-да, именно 4-звёздочных. А вот здесь что нужно? Да подожди ты. Ёпрасоте, здесь нужно... Ну да, ребята, поэтому мне и нужна еще норма, чтобы сделать одну 5-звёздочную. А для этого... Для этого нужно 4 нормы. Блин, вот обрадовался раньше времени. Называется... Слушай, мне кажется, вот этот вот охламон вообще тоже ватный. Где-то внизу сам находится. Ну, не знаю, ребят, не знаю, что это вообще за герой, что он делает. И как бы, когда хорошо, когда у тебя есть, ты дрался или против них дрался, можно еще что-то тут определить. А так, по картинке, что он из себя представляет, хрен его знает. Ну, в любом случае, давайте, ребята, мы с вами поменяем героя. И я думаю, что это будет у нас... Слушайте, у меня тут дофига есть, кого поменять. Ха-ха. Давайте вот так вот сделаем. Сменить героя. Поехали. Тейлор. Я даже не знаю, ребята. Вот хрен его знает, что это такое. Ладно, я, наверное, сохраню. А вы мне напишите, что из себя представляет этот Тейлор. Стоящий перс или нет. Так, секундочку. Давай-ка посмотрим, как бы... Вот так вот на ее данные. Кто она? Опять лекарь? Парасоте. Опять лекарь. И, судя по всему, не особо хорошая, ребята. Очень мало скиллов. И тем более тут что тут. Увеличивается атака на 30%. Критические удары тоже на 30%. Каждая атака повышает урон от своих навыков на 22%. И здесь... При атаке наносится 45% урона всем врагам и восстановление здоровья в размере 55% от нанесенного вами урона всем вашим героям на 3 раунда. Ну, не знаю, ребят, что-то как-то сомнения мне берут. Так, и я вот думаю, что надо бы еще поменять, наверное, ребята, вот этого вот Фейма. Мне кажется, Фейма надо менять. Да и вот этого тоже чудика. Владыку. Фейма, Владыку и, скорее всего, Латуса. Ладно, давайте попробуем, ребята. Так, убираем лес. И сменить героя. Владыку меняем, ребята. Сменить. Эйден. А вот этот, по-моему, ребята, хороший чувачок. Ну, по крайней мере, именно этот же хмырь меня валил тогда со своей пассивкой. Помните, вы говорили, что у него там крутая пассивка? Но вы мне не сказали, что он наносит урон именно живым. А классом типа зомби и мертвецы он никакого урона вообще не наносит. Ну, в плане пассивки, я имею в виду. А меня вот просветили здесь маленечко. А может быть, я чего-то неправильно понял. Ну, в любом случае, ребята, напишите мне про этого Эйдена, что он из себя представляет. А он вообще хоть есть здесь? Есть, вот он. И их нужно буквально два. Два персонажа, чтобы его прапать. Хм. Так. Ладно. Давайте дальше менять. У нас еще, по-моему, там немножко есть, да? Пеньков этих. Пеньки, блин, я их называю. Так, сменить героя. На этот раз мы будем с вами менять Латуса, наверное. Латуса. Или Лимона. Или давайте... Блин, да и в принципе и барак-то тут нафиг не нужен. Пу-пу-пу-пу. Давайте, короче, Латуса поменяем. Сменить. И... Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Ёпрасоте, конечно, отмена, ребята. Мне не нужен еще один фейм. Меняем, ребята. Во! Вот! Вот оно, ребята. 5-звёздочная норма мне выпала. А это значит, что я все-таки смогу ее улучшить, ребята. Смогу. Вот так вот. Ух, поехали. Выбрать. Здесь то... Подожди, а что она у меня? Герой на арене. В каком понятии он у меня на арене-то?
Так, давай тогда снимать его с арены. Он, наверное, у меня, ребята, знаете, где находится? Ой, а как мне... А мне ее не снять сейчас? Да ехкаламана. Мне не снять ее сейчас. Подожди, или можно все-таки как-то снять? Она в защите у меня находится, ребят. Так, через 20 часов, и тут... Блин. Ну это засада просто натуральная какая-то, а? Не могу, ребята, я ее снять с этой... С охраной, или как там его, с защиты, блин. Твою дивизию, блин. Не понос, так золотуха, а? Так, ладно. Групповые монеты, опыт группы. Так, давай сюда зайдем в поместье. Наука. Так, мне сказали, ребята, что пастырев лучше прокачать. Спасибо вам большое, все, кто делает, дает, точнее, дельные советы. Я обязательно их прислушиваюсь. На подкорочку, как говорится, наматываю себе. Так, все, здесь больше ничего не могу сделать. Могу сходить в рейд. Да, или не могу. По-моему, откат еще идет, да? Откат, ребята, идет. Тю-тю-тю-тю. Ну и ладно, ну и фиг с ним. Пускай делается пока откат. Так, свободный остров я пока не могу навестить. Испытание храбрица пока тоже. А если я, например, зайду в башню забвения? Ух. Блин, хочу себе вот эту рясу. Ну-ка. Слушайте, а если я Айдена прокачаю? Блин, я не знаю, ребят, ну... Черт пойми. Так, давай посмотрим, ребята, этого персонажа. Вот так вот. Наивысший. Давайте почитаем, что у него тут. Так, пассивный навык. Снижение урона увеличивается на 12%, жизнь на 25% и атака на 25%. Хорошо. Так, после гибели своего героя критический удар повышается на 10% и атака увеличивается на 18%. Активный. При атаке наносится... Блин, при атаке наносится 90% урона всем врагам и имеет 75% вероятность наносить безмолвие врагам по виду солдата на 2 раунда. По виду солдата. То есть солдат можно в немоту, да? Я так понял. Повернуть. Что тут у нас? Что тут у нас за солянка? Вред горилле. Ну, я не смогу, ребят, прокачать. Это очень проблематично, если честно, вот прокачивать. Так, меч темной луны. Меч темной луны. Ну, давай попробуем. Не, нифига, это мало. Ну-ка. Фу, вообще. А нужно 1440. Охренеть, нифига копишка, блин. Ладно, пока потерпим. Ну что ж, давайте, наверное, посмотрим этого Айдена, как он будет себя вести, например, вот в этой самой башне. Если мы его поставим, ну, предположим, вместо кого его можно взять? Вместо... Попробуем вместо кальмара, ребят. Хотя, не особо я уверен, что он будет лучше кальмара. Так, давай смотреть. Ну, твою дивизию, как всегда, блин. Отгребаем, блин, по полной программе. Ай. Так, ладно, одного гнома зафигачили мы все-таки. Блин, пока этого разберешь, охренеть можно, ребят, ну. Крепкий он. Эй. Че-то, ребята. Нифигашечки у меня не вышло. Не получилось просто-напросто его заколбасить. Айден почему-то здесь вообще ничего не сделал. Но все равно, ребята, пишите мне, как он из себя, как персонаж, как герой. Так, секунду. Вы посоветовали мне купить осколки для прокачки моего оборотня. Так, они где у нас продаются? Так, они у нас... Твою дивизию, все из головы повлетало. Т
Так, здесь. А это что еще за... Что это такое? Расщепление. Скин какой-то. Апокалипсис. Блэст. Составить расщепление. Ну, составить, например, и... Поздравляем вас с чем? С чем ты нас поздравляешь? А, это я... Для кого это кожа-то, не могу понять. Кто такой Апокалипсис Блэст? Расщепить, расщепление. Кто для... А, это, ребята, идет... Погоди-ка секунду. Идет на... На этого. Хорошо, я посмотрю сейчас, ребята. Так, ну это Валентин, это я однозначно. А кто вот это вот? Ядрен батон. Какой-то мечник. Какой-то мечник. А какой? Как узнать, для кого эта шкура? Ну, тут явно дело ничего нам не покажут. Да? Ага. Мне кажется, наверное, вот на этого лошпына. Ну. Не знаю, ребят. Подскажите мне, для кого это вообще выпала мне шкура, кожа? Для какого героя-то? И как ее потом применить? Хорошо, в общем, это... Что нам дальше-то делать? Здесь у нас все. Может, еще призвать? Тихо, тихо, тихо. Не надо так делать. Давай, ребята, вот так вот сделаем. Ну? Блин! Ну, ё-моё! Ну, нафига мне Алелия? Ай, ладно, фиг с ним. Последний, ребят, трачу. Так, у меня уже этих фиговин выпало столько, что, наверное, мы можем с вами призвать героя, да? Да, мы можем с вами пятизвездочного героя призвать. И призываем. Да ладно, ну... Ядрёно вошь, а, ребят? Так, смотрите, у нас тут... Призвать. А вот у нас и лутец. Так, еще вот этот вот хмырёныш. Гера. Кто такой? С чем его едят? Как герой? Не знаю, ребят. Так, Гера. Так, давай-ка, наверное... У нас сейчас 4... Так, достижение какое-то. Получить 25 звездочных героев. Получаем. Отлично. Так, ребята, и все сейчас... Оу, а это что такое? Награда героического чуда. Поздравляем вас. Вы получили все условия героического чуда и получили обильные награды. Так. Это за что? Я так и не понял. 6 призовов. Плюс какое-то кольцо Ироса. И плащ Ироса. Слушайте, ну здесь стопудово не хватает еще 2. Угу. Еще 2. А что там должно быть? Не знаю. В любом случае, нам нужно... Что-то я весь запутался, ребята. Нам нужно что делать? Нам нужно улучшить пятизвездочную норму. Сделать я могу. Раз, два, три, 4 нормы, да? 4. А куда эти-то у меня делись? Их же было дофига, ёпрасоте. Так, где они у меня? На рынке, по-моему, продаются. Продавались. Но сейчас я их тут не вижу почему-то. Обновить можем? Обновить не получится, ребята. Блин. Вот это засада. Хорошо. Да что ж такое, вы заметили? Ну не прух какая-то, а? Просто-напросто, ребят, пошла. Кальмар, что тут нужно? Нужно 2 кальмара, да? И вот этот нужен, а этого у меня нету. Героя. Слушайте, Айден, наверное, имеет офигенную пассивку, когда он будет улучшен. Скорее всего, так. Вот этот, говорят, тоже чувачок нехилый. Но он мне еще ни разу не выпадал. Фух, так. Что мне все в гильду эту тянет? Не сюда мне нужно, ребята, не сюда. Так, давайте заберем с компании, наверное, все наши трофеи.
Дадут уровень или нет? Сейчас посмотрим. Ну, хрен пока тебе. Ничегошеньки мне, ребята, не дали. Ни уровня, нифига. Так, монстры. Подробности. Я уже, ребят, как и говорил, забыл, где нам дают эти камни. Будем сейчас все вспоминать. Так, ну не на рынке это точно. И не на дереве, не здесь. Так, что у нас в лотерейках? А в лотерейках тоже ничего хорошего, да? Вообще ересь какая-то. Полнейшая. Еще разыгрываются там фейм, все дела. Так, на арене нет. Это нет, нет. Так. Просто из головы улетело, и все здесь, ребят. Так, сколько там нам? Лига Хрустальной Короны. Еще нужно 25 раз выиграть, и мы с вами получим 500 брюльков, 3 жетона для рулетки. В таверне. Ну, в таверне все еще пока кисло. Так же, как и тут кисло. Так, ладно. Что? Я, ребята, посмотрел, да? Расценки листиков нужно 80, там, еще там хрен знает сколько. Хера себе, ребята. Гера с 5 звездами стоит 50. Неужели такой крутой чувачок? Хотя и тут, это, смотрите, кросс. Ну, кросс, ребята, это хорошо, конечно. Кросса бы я бы с удовольствием бы хотел получить. Ну и Валентина тоже. Кэрри тут. Эйден. Слушайте, ну мне кажется, что здесь такие нормальные игрочишки выставлены. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Маловато еще пока опыта. Ладно, потом со временем все это придет. Разберемся. Так, по событиям, что у нас здесь? Получаем 200 брюликов. Ну давай, 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 не томи меня. 200 брюликов, 1500, ребята. Я, естественно, сразу вложусь в круг созидания. Нет, не в круг созидания, а для того, чтобы увеличить наш инвентарь. 1200. Да, ребята, вот так вот деньги улетают, брюлики. Но самое-то хреновое, что я, ребят, действительно забыл, где мы можем с вами эти, где мы берем. Это не в свободном ли острове случайно? Да нет, какой нафиг свободный остров-то? Надо так перекрыть, а? По чернаку, блин. Может быть, это делается в гильдии? Да подожди, какой, блин, рейд? Молитва, мельница, наука, да нет. Так, что-то мы там хотели менять, ребята, да? Я спрашивал, какие-то очки менять на то, на то, на то. Или лучше на камни призыва. И просто из головы вылетело. А, все, вспомнил, ребята, это чешуя. Это чешуя, конечно же, ё-моё, надо так забыть. Что лучше? Ну, давай попробуем так. Так. И здесь. Ну давай, 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 быстрее. Так, 500, 500, 500. Ну что ты тут у меня глумишься надо мной? Все. Давайте посмотрим, насколько у нас этого хватит. Где этот у меня мой дракончик? Дракончик-змея, блин. Так. Еще разок. И еще разок. Так, а здесь у нас нужно... Пробуем. Так. Ага, мы можем либо это прокачивать, либо вот это вот. Вот оно как. Понятно. Ну, а здесь у нас все идет под один. То есть, получается, что мне выгоднее вначале брать вот эти вот шарты, да? То есть, для повышения уровня.
Там уже для прокачки самих скиллов идет. Пушка, не бухти. Так, ну там дофига, конечно, этого нужно-то всего. Поехали. Сколько? 3 раза, да, я смогу взять? То есть где-то, да, 1500 у меня будет. Или хрен там. Хрен там, ребятушки. Не прокатил фокус. Ладно, фиг с ним. Сколько хватит, столько хватит. На 1 раз хватило. Да, это жесть, ребята. Очень дорогостоящее, блин, животное, я вам скажу. В прокачке. Ну что же, вроде бы пока и все, да? Так, еще раз посмотрим на наших ребят. Блин, у меня 2 барака, ё-моё. Так, это Святой Дух. Святой Дух. Так, кальмар. Кальмар, у нас 2 кальмара. А нужно, по-моему, 3, да? 5-звездочных. Ну что, и еще разочек, ребята. В последний раз, как говорится, я попробую здесь повоевать. Убираем Айдена здесь и ставим вот так. Хотя, что-то мне кажется, что толку-то никакого не будет. И оборотень у меня не настолько сильно прокачан, чтобы здесь какое-то сделать преимущество. Вот эти вот, конечно, гномы, да, дают джазу, ребята. Крепкие они, вот что я вам скажу. Очень крепкие. Блин, норму просто снесло. Так а что мы хотим, ребята? Они здесь 6-звездочные, блин. А у меня персонажи 5-звездочные. Естественно, никакой. Если бы хотя бы наравне с ними был бы, совсем другой был бы и разговор. Фух. Но все равно согласитесь. А, подождите, ребята, у нас же с вами есть еще свитки. Пойдемте-ка повызываем с вами, да? Поехали. Была не была, ребят. А вось повезет. Это нам не нужно. Да что ты будешь делать? Специально, что ли, издеваешься? Ага, дракончик, конечно. Как же без него, блин, да? А еще этот хмырь. Ай-яй-яй, издеваются они надо мной, ребята, просто издеваются. Все, да? Нехватка свитков. Как говорится, аливидерчи, ничего хорошего мы тебе не дали. И забудь о нас вообще. Ладно, мы что-нибудь сможем с вами расщепить? Нет, не сможем. Слушайте, этот у нас... Этот у нас, по-моему, с вами где-то здесь, да, есть? В плане того, что я его смогу призвать или нет. Это он же, нет? Не он, хрен его знает. Так, ну, короче, ребята, вот мне нужно узнать про Геру, кто он такой вообще, подробности. Это у нас воин. Воин. Так, что у него тут? При атаке наносится 116% урона первым рядам врага и впитывает 21% защиту на 2 раунда. То есть он снимает защиту, что ли, я так понимаю, на 2 раунда. Так, пассивный навык получает атаку снизить на 8% атаку и 10 крит удара у цели на 2 раунда. То есть понижает еще и силу атаки, да? Мало того, что он поедает защиту, он еще силу атаки съедает. Так, и жизнь увеличится на 25%, а доспехи усиливаются на 32%. Такой нехилый дядя, да? При подвержении чего атаки есть 60% вероятности приведения в действие одного контрудара наносится 100% урона. Причем у меня все это открыто, да? Слушайте, я даже не знаю. Ребят, в общем, пишите мне, пожалуйста. Как-то так заманчиво все это звучит. Довольно сладко как-то так, да? Все он прям может, все он там снимает, поедает. Жестко. Ну, а мы с вами, пожалуй, наверное, будем завершать. Обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что, всем пока, всем удачи и до новых, ребят, видосиков.